Здравствуйте, добро пожаловать в Сосновый Бор в Ленинградской области, где сегодня северное дерби, можно и так его назвать, потому что матчи между местным «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Достаточно плотный волейбольный календарь, каждую неделю команда играет. И если действительно вот столь весомая реабилитация требуется Полетаеву, то это потеря весомая. Впрочем, с ней уже «Зенит» как-то не то что свыкся, научился жить. Егора Клюки нет, и пока все так же туманно относительно сроков его возвращения. И вот Полетаев теперь, который был в статусе через раз в последние месяцы, матч играл, матч пропускал. Гребенникова какая-то еще травма, какие же проблемы у «Зенита», колоссальные кадровые. Честно говоря, не уловил я этот момент. Я думаю, еще не раз Женя в кадр попадет, потому что участие или не участие его в матче, конечно, это серьезную разницу может сделать. Один из лучших игроков. Ну, подтянулись очень быстро, гости подтянулись, наладили нападение. Не стал усердствовать там Кобзарь в центре сетки, хотя мы помним, Сафонов удал все-таки забить. По сути, есть в резерве лишь Тимофей Тихонов, который, наверное, теоретически тоже, если надо, может и в диагональ выйти, ведь Полетаева нет, и дублера у Павла Железнякова в этой ситуации тоже в заявке. 12-12. Соответственно, и мы помним даже матч, когда «Зениту» пришлось играть по системе 4-2. На это могут повлиять и события, ведь, которые на площадке происходят. Как оно там все пойдет, никто пока не знает. Космин, судя по всему, Яковлева заменил. Не пошло у Яковлева, что тоже, наверное, нештатным можно моментом считать для «Зенита» абсолютно. Но зато вот в этом элементе он себя вполне уверенно чувствует. Ивович, а вот тут тоже задней линии через диагональ. По расстановке получается, наверное, именно Ивович в диагонали, потому что сейчас Бирюков на передней линии, связующий тоже, да, то есть в изначальной расстановке не он по диагонали, сейчас уточню. Так, все как завороженно наблюдали, уйдет мяч на сторону «Зенита», кто-то для себя решил, вот как Виктор Сидельников, что это произошло, ну и после подач своих тоже за ним надо поглядывать. Доводки нет, будет высокий мяч, стало быть, будет какая-то контратака. Бирюков чуть показалось широко забросил Тюшкевич, но Бирюков и не стремился там выйти под мяч именно для силовой атаки. Все это привело к ошибке. Бирюков, в свою очередь, мощно выстреливает. И опять Калинковский у сетки. Ну, наверное, такое понятное решение, но это решение дало шанс «Зениту» атаковать. Впрочем, сам Калинковский, по-моему, на блоке и присек. Часто ли увидишь вообще связующего, который выпускает вместо диагонального на усиление блока? Такое, по-моему, возможно только в нашем чемпионате. И Кривиченко не достал, по-моему, этот мяч. Он сам уже, так вот даже по языку тела было видно, что он понял, что мяч площадки коснулся. Стало быть, в этом есть и определенная идея у «Динамовцев» Воронкова загрузить максимально. Что, наверное, где-то должно и на атаку его повлиять. Но если так глобально на этот замысел взглянуть. Всего одна атака ему была доверена. Он ее реализовал. Другое дело, что на блоке не отлучился. Там было у Бирюкова касание. Именно поэтому вот у Довгани он буквально отнял этот мяч. Потому что центральный мог его не видеть просто банально. Мяч задел плечо. И Бирюкову пришлось срочно вмешиваться в эпизод. Не успевает Калинковский пройти целую вечность. Мяч, кажется, на сетке. Но удобно сваливается Титичу. И тот правильное решение, в принципе, находит. Наверное, не было бы этого касания, Шишкин успел, но оно было. А было именно потому, что... Тут непонятно было игрокам, чья ответственность за этот мяч. Овцев нет пока эйсов. Ну, скорее, вопрос времени. Бирюков.
Бирюков. Близковато к блоку, так попытался он все-таки по верхней части закрутить. Выиграть было сложно. Шишкин едва не защищался. Мяча-то коснулся, обработать его не успел. Кобзарь. Тройной блок на Бирюкове. Видит он, но он с задней линии. Обманные удары очень непросто выполнять из-за трехметровой. И всегда есть какие-то дополнительные доли секунды, иногда и секунды, даже для того, чтобы среагировать и подстраховать. Ну а здесь все просто, отскок просто как подарок Андрею Титичу, который, естественно, от такого подарка отказываться не стал. 10-6. О, прекрасная какая атака. Ну, вообще он здорово всегда пайп играет. Ничего не проигрывает, 3 из 5 забил. Так что только вот для усиления подачи пока Каюмов явно пригодится. Есть шанс зацепиться за эпизод. Но фрибол на стороне гостей. Классно отработал блок Калинковский. И сам же в атаку успевает. С рикошетом, с какой-то, наверное, долей везения. А все-таки там, я думаю, сыграл он на опережении. Не успели ему стык явно закрыть. Ивович. В либеро, поэтому есть качество в приеме. А вот передача немножко не в темп была Воронкову. И вот тут уже изобретательность Бирюкова на первый план выходит. У него не могло там быть хороших условий для атаки. Вообще три блокирующих. Но после того, как все-таки играл по этой схеме Сидельников, это не должно удивлять. Здесь касание сетки. При том, что Марко Ивович прекрасно блок обыграл. Да и вообще Пешкевич. Выбитый прием. Вот тут близко к сетке. Очень трудный мяч оставили Воронкову. Решился на какую атаку Бирюков. Блестяще справился. И вновь блестяще это делает. Это не эйс, но это фрибол, который реализует Ивович. Вот так вот с минус 6. Уже больше ведь середины сета было сыграно, когда вел «Зенит». Минус 6 вырывает победу во второй партии «Динамо» и ведет 2-0. Выход состоялся едва ли не на максимуме разрыва в пользу гостей в первой партии. Теперь давайте смотреть, что там у «Зенита». Яковлев вернулся. Пока тут у сетки идет активное общение. Ну, пытается найти Сидельника все-таки варианты. Лучше подающий в составе хозяев. И здесь выбитый прием. Какой сложный мяч сейчас сбрасывает Ковалев. Ну, наверное, вот для Якулю крайне важный эпизод. Поглубже так накрутить пытался. Ну и добился высокой передачи для Железнякова. Есть контратака. Бирюков. Очень грамотно убрал руки Калинковский. Уже в прыжке увидел, что низковатый мяч. Не надо было там руки свои показывать. И этих рук не нашел нападающий. Так что 7-5. Еще один брейковый мяч. Ну вот, ну, у «Зенита» другие резоны сейчас, естественно, преобладают. Тихонов почему-то отказывается от риска. Вот его в концовке выпускали на усиление подачи. Сейчас он штатно, что ли, выходит по расстановке. Был в стартовом составе. Еще раз можно его в конце будет на подаче поиспользовать. Ну а Довгань должен у сетки свою работу выполнить. Скримов разыгрался. Ну вот, конечно, трудно останавливать команды, у которых могут переключаться, что ли, нагрузки на нападающих основных. Первый темп проходит Космин. Да вот тут-то не удалось серьезного смягчения добиться. Наверное, там коснулся Довгань мяча, при том, что гости всего 6 подач потеряли. Там тащит из угла площадки Чушкевич. Ивович пытался, ну, все-таки от блока ваут сыграть. Ну, узкий был мяч, и хватило длины площадки, что ли, вот в ту сторону. Но опять же, кто как себя чувствует, насколько уверен вот по ходу игры. Тому же Воронкову точно не стоит отказываться от максимально сильной своей подачи. У него 2 эйса есть. А теперь уже и 3 после этой ошибки в приеме. 18-13. Тайм-аутов у динамовцев не осталось. Эпизод такой, что надо будет отзащищаться.
дополнительный либеро, тем более вот про остановки-то его нет, чтобы диагональный появился. Там переставит Иович, уже не знаю, Скримова ли уберет. Варианты есть. Иович ведь неплохо принимает сегодня очень. Литвиненко ошибается, и, собственно, все. На этом третий сет позади. Один из трех сыгранных достается «Зениту». Ну и счет, соответственно, 2-1 в пользу хозяев. По команде, по набранным очкам. Иович и Скримов потихонечку разыгрался. У него 9 очков. Он уже, по крайней мере, третий по результативности. Сложности большие у Воронкова. Это даже не сложности, это проблемы. Потому что теряет очко его команда. 6-4. Марко Ивович в сегодняшнем матче. Но ситуация достаточно необычная. Ведь у нас все-таки четвертый сет идет. На минуточку. Ой, ничего не смогли соорудить здесь из этого эпизода гости. Но здесь ведь нельзя сказать, что Тюшкевич как-то особо замаскировал. Как мы видели, уж насколько это было исполнено для «Зенита». О таких вещах думают и их наигрывают. Бирюков, какой же обман, удар с задней линии. Я говорил, что трудно выигрывать такими ударами. Но здесь его исправляется. И справляется настолько здорово, что... Первый темп совершенно так элементарно выглядит со стороны. Предыдущий эпизод, как бы его вспоминать не пришлось. Железняков. И вновь первый темп. Ну, прием, конечно, никуда не денешься. Шенкель. Первое его появление на передней линии. То есть все-таки это была замена Скрима. Вот интересно. Причину вы понять этой замены, потому что он практически не атаковал. Начали ошибаться в атаке в простых ситуациях. Один блок Тюшкевича попадает Тихонов, но вот тут уже голову поднять будет трудно. 20-13. За 4 сета не было свистка, хотя игроки «Динамо» уже порадовались. И здесь не было свистка. Хотя там тоже там о четвертом касании можно поговорить. А самый лучший способ, чтобы не спорить, это вот выиграть. И сделали так убедительно, как Денис Шенкель. 3 атаки, 3 очка. Вот такой выход на замену. Ну, можно говорить и по факту состоявшегося. Вряд ли на подаче Космина удастся столько очков набрать «Зениту». Да ни одного не удастся. Лучший игрок этого матча Денис Бирюков.